Три ветеринарные службы региона получили новые автомобили. В родники Юрьевец отправится Нива «Шевроле». А вот Палих изначально просил машину побольше. Их ветеринарная станция работает еще на Южский и Пестяковский район. Ездить приходится много, в том числе и по бездорожью. Пациенты попадаются разных габаритов. Автомобиль укомплектован всем необходимым для оказания экстренной ветеринарной помощи. До конца года для области приобретут еще две машины. Этот автомобиль также помогает нам доставить самих пациентов, наших больных животных. Естественно, не самых крупных, но, скажем, мелких каких-то телят, коз и крупных собак мы легко перевозим к месту проведения операций хирургических, различных терапевтических процедур, которые невозможно выполнить в условиях владельца животного.